Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Медведев. И на моем канале «Заработок в интернете без вложений» мы с вами набиваем криптовалютой наши кошелечки, чтобы стать состоятельными людьми в недалеком будущем, когда криптовалюта выстрелит в очередной раз. Кому будет полезная информация, поставьте лайк, буду вам очень признателен. Подпишитесь на канал и социальные сети, там вы первыми узнаете все новости. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий проект. Сегодня мы с вами получаем 160 токенов от проекта MintSyn. Это в эквиваленте $25 США. А также этот проект предлагает получить $7 США, то есть 50 токенов за каждого приглашенного друга. Этот проект связан с искусственным интеллектом. На главной страничке сайта вы сможете ознакомиться со всеми подробностями. Команда пробивается по ленте. Здесь мы видим 500 плюс контактов. Здесь 356, тут тоже 500 плюс. Также имеется white paper на 25 страницах, где указано распределение токенов, как будут называться, на RS-20, Ethereum, будет выпущено 1 миллиард токенов, на Bounty, Airdrop выделено 2%. Теперь переходим непосредственно к Airdrop. Как обычно, проходите по ссылочке, которая будет в описании, и попадаете вот на такую страничку. Здесь мы вставляем имя, электронную почту, страну почему-то я не нашел, Россия, поставил Эстония. Здесь можно поставить единичку, эфир и кошелечек MyEtherWallet или любой другой RS-20. Telegram не обязательно. Ставим галочку, нажимаем. Нас поздравляют и пишут то, что нам нужно подтвердить на электронной почте регистрацию. Переходим на электронную почту. Нажимаем логин. Мы попадаем в свой личный кабинет. Нас поздравляют с регистрацией. Здесь мы видим наш Ethereum адрес MyEtherWallet у меня в частности. И реферальную ссылочку. Здесь мы видим цену токена 0.14, ну и калькулятор расчета. Здесь бонусная программа для тех, кто будет покупать. Здесь транзакции, которых у нас еще нет. Здесь будет показано рефералы. Здесь мы можем найти white paper и контакты информации. И так далее. Переходим по второй ссылочке, которая расположена у меня под видео в описании. И попадаем вот на такую страничку. И здесь начинаем проходить задание. Зарегистрироваться мы уже зарегистрировались. Нам нужно вступить в Telegram-группу. Ну, давайте напишем хай, чтобы убедиться, что мы вступили, и отправим. Возвращаемся обратно. 50 токенов мы с вами заработали. Теперь вступаем в Twitter. Нажимаем читать. Возвращаемся обратно. Теперь вступаем в Facebook. Нажимаем на пальчик нравится. Автоматически подписка оформлена. Загорелась синим цветом. Возвращаемся обратно. Теперь вступаем в LinkedIn. Нажимаем на отслеживать. Возвращаемся обратно. Теперь в Instagram. Нажимаем подписаться, возвращаемся обратно. Также в Reddit. Нажимаем follow, возвращаемся обратно. У кого нет соцсетей, таких как LinkedIn, либо Reddit, значит вы получите меньше на 10 и на 50 токенов соответственно. Так что желательно возьмите и зарегистрируйтесь, это не трудно. Далее нам нужно заполнить вот эту форму. Нажать сюда и заполнить, но перед этим давайте сделаем следующее действие, чтобы сюда уже не возвращаться. Нам нужно вот здесь вот ввести имя пользователя Telegram и имя пользователя Bitcoin Talk. Вот здесь есть пример, можно сделать вот так вот. Копируем. И теперь вниз странички нажимаем Reply и вставляем то, что мы с вами скопировали. Только здесь убираем не наши. Заполняем наши юзнеймы. Bitcoin Talk – это очень важный ресурс, очень важный сайт. Если вы хотите серьезно принимать участие в аирдропах в хороших, обязательно на нем зарегистрируйтесь. Отправляем. Нажимаем Post. Иногда вот такая красная надпись говорит о том, что мы не успели, кто-то еще опубликовал, нужно еще раз нажать просто пост. Все, как видим, мы опубликовали данные. Теперь можно вернуться обратно. И теперь уже заполняем вот эту вот форму. Нажимаем Fill this form here. В этой форме заполняем адрес электронной почты, имя пользователя Bitcoin Talk, ссылочку на свой юзнейм Bitcoin Talk. После заполнения формы я вам покажу, где ее взять. Ссылочку на аккаунт Twitter. Имя пользователя в Telegram, ссылочку на username LinkedIn, username Instagram, username в Reddit и адрес кошелечка, желательно MyEtherWallet. Если у кого-то нет, под видео будет ссылочка, кошелек MyEtherWallet, как им пользоваться, как его создать. Далее нажимаем отправить и видим, что airdrop пройден, с чем вас и поздравляю. А также открываем почту
И здесь все, что мы с вами заполняли. Я обещал насчет Bitcoin Talk, где взять профайл. Давайте я вам покажу, как это сделать. Нажимаем на профайл. Далее вот здесь аккаунт. Первая строчка. И теперь в строке браузера нам нужно просто копировать ссылку. Но эта ссылка должна заканчиваться на цифры. То есть все лишнее с правой стороны. Там будет еще у вас запятая с точкой, са равно аккаунт. Это надо просто убрать. И будет ссылочка. Ну, на этом все. Вопросы отвечу в комментариях. Напишите, достаточно ли подробно я освещаю аирдропы. Или наоборот, это кажется вам слишком затянутым. Чтобы я мог исправить это в дальнейшем. Ну и по количеству лайков буду понимать, нужны ли вам такие обзоры. Всего доброго.